25 августа, 18:30 в городе Одинцово на Можайском шоссе напротив дома 80А произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Шкода» совершил наезд на пешехода, девочку-подростка, которая перебегала проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшая доставлена в больницу. Госавтоинспекторы обращаются ко всем участникам дорожного движения. Будьте внимательны на дороге, соблюдайте правила сами и разъясняйте их детям. Берегите себя и своих близких.